В Мегионской городской больнице новое оборудование. В медучреждении установили компьютерный томограф, рентген-аппарат и кардиосистему для обследования пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Современная техника получена в рамках реализации государственной программы модернизации первичного звена. Жанна Кузьмина о преимуществах новинок. Новый томограф снабжен искусственным интеллектом, который контролирует качество изображения и снижает лучевую нагрузку на пациента. Предыдущий аппарат не поддерживал подобный формат исследований, замечают медики, но отказываться от него не будут. Его отремонтируют и продолжат принимать пациентов, что позволит в два раза увеличить поток посетителей. Чем больше срезов, тем меньше оборотов ей нужно для того, чтобы получить качественное изображение. Соответственно, если 16 срезов, то нужно несколько оборотов, допустим, 10 оборотов сделать. Соответственно, пациент получает больше лучевую нагрузку. А здесь срезов больше, ему нужно меньше оборотов совершить. Соответственно, пациент меньше облучается. Плюс картинка, она качественная, очень хорошая, объемная. А это еще одна новинка – велоэргометр для обследования пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Мегионе, как, впрочем, и в стране в целом, эта патология является основной причиной смертности среди взрослого населения. В городе, включая соседний поселок, на учете состоят около 7 тысяч человек. Раньше всех, у кого случались проблемы с сердцем, приходилось отправлять на обследование в Нижневартовск, теряя время на дорогу. Теперь прием на стресс-системе будут проводить на месте. Проводя данное исследование, мы значительно увеличиваем возможность выявления пациентов, у которого есть данная патология, особенно в скрытой форме, что позволяет нам своевременно оказать необходимую помощь и даже при возможности отправить в региональные сосудистые центры. Томограф, стресс-система и рентген-аппарат в Мегионскую больницу поступили в рамках государственной региональной программы «Модернизация первичного звена». Объемы поликлинической помощи, по словам медиков, ежегодно растут, а это требует постоянного обновления технического парка. Медицинское оборудование современное, которое поступило в рамках модернизации здравоохранения, значительно повысит качество и доступность медицинской услуги, повысит приоритет профилактики медицинской, в особенности хронических заболеваний, которые на сегодняшний день являются основной причиной смертности и инвалидности нашего населения. Помимо взрослых пациентов стационара, исследования на новом оборудовании будут доступны и детям. Жанна Кузьмина, Эльдар Ибрагимов, Вести Югория, Мегион.